Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Дэн, Плеймаркет, Матвей, Кис, Угабуга, Фуфло и Тучка, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, алейкум, братья. Сейчас с вами ОЛТВ. Ребята, ваша любимая карта — затопленный гигантский город, и будем скидывать друг друга на крышах. Но правила сегодня изменены. Все будут скидывать одного человека. Я буду начинать первый, и мы будем все по очереди выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ребята, я должен заточить. Если я выиграю, я буду еще раз играть. Ну, шанс того, что я выиграю, очень маленький. Вот смотрите. Опа! А как это ты не упал? Опа. Нет, задний ход. Да нет, пацаны, вы, пожалуйста, ну нет! Это голимая машина! Блин, да я не знаю, какие отмазки еще придумать. Ну, голимая, ну не то, все. Ну, оправдайся. Да ладно, и тучка, ну это ты виноват во всем. Это ты все, Дим, не пятый. 3, 2, 1. ОЛТВ, ты готов? Конечно. Скидывай его. Ребята, это что, будут опять такие быстрые раунды? Да почему я? Ну нет. Еще один летит, там, пацаны, нас двое летит. Бум, тут же вода внизу. Блин, это было эпично. Че, не скинули его? Нет еще. Еще летит, я вижу. Вот его скинули. В этом ролике должны поиграть все. Теперь очередь и тучки. Сейчас я буду. Так, я возьму эту же машину, потому что она самая везучая. Все, что я в ней сделаю, только изменю подвеску. Я сделаю ниже, чтобы я мог таранить. Вот, отлично. Я его зацепил. Блин, ну тяжело одному выживать, да, Итучка? Когда все против тебя. Смотрите, гурьбой навалились. Так, он сейчас будет пытаться съехать. Бум! Дружище! Ты не на того нарвался! Вот это была подача! Ой, а вот теперь воду, все. Потушили машину. Везучая машина, и возьму я ей еще раз. Сейчас опять упадешь. Так, не, мне главное же то, что я упаду, ладно, мне главное скинуть человека. И тучка, пока видишь что, ты дольше всех продержался. Денчик, ты продержишься меньше, чем и тучка, я прям чувствую это. Все, зацепил. Давай, отлично. Нет, это тихо. Сейчас я его подделал. Ну, вот это мы навалились гурьбой. Отлично, пацаны, жертвуйте с собой. Главное его скинуть. Давай, так, и тучка, все-таки ты выиграл. Вау. Ура. И я не упал. Нет. Это уже результат. Так, следующий у нас фуфлик. 3, 2, 1. Я хочу даже посмотреть, как его сейчас и тучка лично сам скинет. Ну, если меня и тучка скинет, то я запомню. Ну, ты жми задний ход, главное. Ну блин, ну фуфлик, ну че ты такой слабый? Там нет, а не надо, ну я что, свой наполовину. Все, сейчас улетит. Все, скинули. Ну, блин. И еще полетели пацаны вниз. Ты меня скинуть решил? Эй, не делай так никогда. Скинь. Так, следующий у нас Матвей Иванович. 3, 2, 1. Ты еще взял легковую машину, ну конечно, ты молодец. Засекаем 10 секунд времени. Я тебя лично скину. Пошел отсюда. Красиво летим. Бум. Это был еще быстрее раунд. Ну да. Пацаны, вы что так слабо держитесь? Быстрее, чем я. Так, не, ну реально взять? Вас? Ну да, пока, Месяточка, ты победителем идешь. Капец. Так, следующий у нас Плеймаркет. Плеймаркет, ты готов? А, конечно, что не готов. Ну все, прощайся. Ты там мусора уже насобирал себе? Ух, нифига, я просто в него стопорнулся. Ого, он такой мощный, оказывается, он с шифтом просто едет. Так, он меня так скинет. Вот, отлично, подели. Так, ну мы так не пробьемся, я сейчас буду, пацаны, сзади буксовать. Он сейчас, скорее всего, вот дольше меня будет. Не-не-не, мы сейчас выстроимся, короче, паровозиком, и будем вот этот. Я вот толкаю к краю. Так, стой. Вот, теперь я. Меня блин, ну смотри, моща. Так, ну что, и тучка, сейчас твой рекорд будет побит, потому что реально... Смотри, что он делает. Ты дурак? Да зачем ты мне это сделал? Хорош. Зачем? А его тоже скинули? Он упал. Да. Есть. Красиво. 3, 2, 1. Нифига себе, автобус нормально газует. Пацаны, мы должны его скинуть по красоте. Так, я его сейчас вытолкну отсюда. Слышь, ты что тут стал? Ну, давайте побольше разгон возьмем, в чем бы и нет. Да ну блин, давай, бей. Дружище. А зачем ты мешаешь мне? Я ж вроде думал в команду. Зачем? Не, ну реально, зачем? Молодец. Удачи. Давайте толкайте его с той стороны. Я его подделаю.
Бум! Так нет, черный, уедь оттуда. Ты что там стоишь? Чернила. Чернильный. Бенди это. О! И. Там, блин. Это куда подожди? Ну, додик. Ну это понятно. Вот это он расталкивает нас, как игрушечных, просто. Вообще ни о чем. Так, цепоценный поддел. Отлично. Вот. Ну. Да нет! Нет. Отлично, я не упал. Фу, хорошо, что в хаммере тормоза хорошие. Так, пацаны, один наш улетел. Поддел. Да надо его подели, вперед, подели. Надо вперед его. Вот. Я тоже газую. Давай, Дима. Так, я беру разгон. Давай, вот, синий. Не, надо, чтобы кто-то уперся и не газовал. Вот, теперь два. Ты его добьешь, и я сразу. Бум. Вот, моща хаммера показывает, на что способна. Все. Шесть машин толкает. Все. Не, извини, мне надо тебя будет скинуть тоже. Извини. Да нет, а меня-то зачем? Ну я свой наполовину. Вот именно. Так, пацаны, решающий раунд. Каждый сам за себя. Можно брать любые машины, кроме военных. А потом как раз ее переспавни, и там будет топливо меняться. Так, ну что, пацаны, готовы? Нет. А когда переспавниваешь машины, разное топливо? Да, капитан. Да. Ребята, решающий раунд. Мы не можем выяснить, кто победитель, поэтому сделаем раунд. Каждый сам за себя. 3, 2. Да стой. 1. Поехали. Вот это уже началось тут. Вахханалия. Почему Диму вкинули? Да не надо, пожалуйста. Да я же не хотел. И ты тоже упал, понимаешь? Вот так тебе и надо. Это ты тоже и тучка улетел. Еще один улетел. Пацаны, вы тоже быстрый раунд? Блин, ну печально, что я упал. Мы было все-таки автобус брать. Это. Автобус ничего, это ничего. Моща. Вчера он спрятался. Я? На. Так, автобус едет. Сейчас вот раскумарит тут всех. Бум, как игрушечных просто модельки раскидывает. Автобус ехать. Мощенка. Давай толкай автобус, нам автобус нужен. Во, автобус, жить, прощай. Жить. Да ладно. Жить. Мы его выкинем. На, а вы сможете, я верю в вас, пацаны, давайте. Мусоровозка сейчас улетит. Мусорка тяжелая, кстати. Тяжелая, но видно мусора мало насобирал, поэтому сейчас его выкинут. Там банки пластиковые. Банки, да. Бутылки. Да. Смотрите, на джипе зашкерился здесь возле стены и стоит. Ля крыса. Тактик. Вот, правильная тактика. Убежать на другую крышу. Молодец. Моя школа. На другую крысу убежал. А ты куда поехал? Крысы бегут с корабля. Прям как... Ой, не ты. Эй, не говори так. Так я ж тебя... Ой, куда ты? Ну куда ты улетел? И еще один улетел, ну щенок! Ну все, мне кажется, автобус выиграет. Ты думаешь, автобус? Я думаю, да. Я золото выпадаю. Ну. Ой, он очень тяжелый. Тяжелый, да, кабан еще тот. И можешь обхитрить. Там жирные люди, потому что сидят. Все, автобус, прощай. Зачем? Кто победил? ОЛТВ. ОЛТВ, ты победитель этой серии. Ты молодец. ОЛТВ. Ой. Обстоятельства. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эпический пока. Взрыв. Всем пока. Всем пока. Ой, баба. Всем блин, пацаны, ну не эпический взрыв, надо ну еще, нет. Надо еще. Ну слабо, но я не то, я хочу концовку сделать более эпической. Ну вот маленькая ой. Бомба есть, смотрите. Маленькая. Всем пока. Всем пока. Дима.